Эй, я опоздал. Доброе утро или вечер? А, неважно. Так, среднее значение 2 и нет это значка. Если компенсировать это всех, да, это отлично. Ну-ка посмотрим. Получилось? Займемся наукой. О, получается. Доку нравятся такие штуки. Использовал их в аспирантуре, когда работал с радиоактивными изотопами. Говорит, они держат его в узде. Что это, док? Никогда не видел такой материал. Это можно использовать для сварки. Мы получим качественную магнитную изоляцию и ограничим взаимные помехи между интерфейсом и руками.
Проверишь нейросенсор? Время отклика слишком велико. Хорошо. Нужно меньше 3 миллисекунд. Так, думаю, можно оптимизировать это реле. Ладно, что дальше? Какое-то сопротивление в сети нейросенсоров. Закончил. Отношение сигнал-шум не то. Новый сигнальный процессор уменьшит задержку. Я сделал, док. 2,8 миллисекунды. Хорошо поработал.
Это почти что успех. Это почти что невероятно! Вам нужна помощь? Да. Доктор, в чем дело? Уже стало заметно. Доктора называют это нейродегенеративным расстройством, вызванным регулярной работой с токсичными веществами в молодости. Простите, я могу что-нибудь сделать? Ты уже делаешь? Самое ужасное, это влияет только на мышцы. Разум продолжает работать. А вот действовать нет. Об этом знаешь только ты, Питер. Пусть так и остается. Конечно. Если ты захочешь найти другую работу... Я пришел работать сюда из-за того, что у вас вот тут. И оно никуда не денется. И я тоже... А, Питер, чуть не забыл. Я прочитал увлекательную статью на тему будущего нейронных интерфейсов. Я посмотрю. Спасибо, док. Питер начинает подозревать. Не показывает вида, но я знаю. Он видел мой тик. Заметил, как сложно мне стало передвигаться. Что ж, я сам нанял гения в помощники. Конечно, он догадался. Но мне нужно время. Моя работа поможет миллионам людей. Спасет миллионы жизней. И мою, возможно, тоже. Мне просто нужно время. Подключается напрямую к базальному ядру. Интересно, но опасно. Не знаю, док! Чтобы сработало, нужен массив волокон из галлия. И все равно велика опасность травм. Галлий. Гениально. Ради этого я готов на риски. Мы справимся. Нужно разработать две части прибора. Первый будет уникальный протез. Модульная система микрокабелей. Она должна уметь собираться в любую форму по желанию пользователя. А второй станет... И это, Питер, и правда гениальная идея. Нейронный интерфейс, подключенный напрямую к подкорковым узлам. Представляешь, сигнал из мозга будет менять реальность. Это уже не просто протезирование, Питер. Это позволит нам выйти за границы возможностей. Скоро... Мы все сможем воплощать любые наши мечты, как это делает твой друг-паук. Я тут бывало неделями ночевал. Хорошо, что тут всегда есть еда. Жаль, док перестал покупать сырные чипсы. Доктор серьезно болен. На этой стадии он за год потеряет способность ходить. А если поторопимся, внутричерепной имплант может сделать все еще хуже. Даже изменить его личность. Мы должны быть осторожны. А, док, простите, моя тетя написала... Не переживай, Питер. Я сам хотел сделать перерыв. Вот только проверю телеметрию. Спасибо. Вернусь через пару часов.
Получилось? Закончил. Привет. Дай угадаю, опаздываешь? Не, я уже почти добрался. Есть новости от Майлза? Нет, но его мама сказала, он придет, так что... Хорошо, я скоро буду. Пока.